тот год осенняя погода. Александр Сергеевич Пушкин, отрывок из романа «Евгений Онегин». В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко усланные горы. Зимы блистательным ковром, все ярко, все бело кругом.